Доброе утро, участников совещания. На сегодняшний день заключены два контракта по объекту Дворца водных спорта. Здесь выступает генподрядчиками ОСТУ «Инвестстрой» и ОСК-система. По ходу выполнения работ СК-система идет в график и выполняет свои обязательства. По ходу выполнения работ ОСТУ «Инвестстрой» на сегодняшний день два месяца практически не выполняет свои работы. Отстает от графика, создает проблемы второму подрядчику, который не отдает под объемы, чтобы он дальше выполнял свои работы. Обоснование в связи с финансовым положением, что нет оборотных средств. На сегодняшний день УКСом предприняты меры, были выставлены претензии на банк, а как гаранта контракта банк оплатил 1 900 000 штрафа. Также УКСом выставлена претензия об одностороннем расторжении контракта в связи с тем, что выполнение работ и идет под срыв, то влечет с собой. В дальнейшем может привлечь, привести к тому, что объект может быть не сдан в эксплуатацию.